Да, ушла Эва. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Андрей выходит из биоробота, становится рядом. Он стоит в грязи по колено, берет рукой эту грязь и ест. Слякоть такая. Она в нем находится, в его биополе? Да. Хорошо, биоробот чистый, да? Биоробот чистый. Растяжек нет никаких? Нет. Защищая его физический биоробот защитным потоком и чистых энергий Абсолюта, берем Андрея в защитный скафандр на время работы с тонкими телами и вместе с тонкой копией Андрея поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Вся эта грязь поднимается вместе с ним. Кошмар. Но если до пояса, в общем, когда она с головой поглощает человека, эта грязь, человек уходит вниз. Там сильный демон должен сидеть. Тяжело поднимаемся? Помочь? Помоги. И на 4 делаем квантовый скачок. 1, 2, 3. Ты с Андреем стоишь в комнате. Да, мы здесь. Отправляю эту грязь в клетку тюрьму. 1, 2, 3. Вся эта грязь выходит. До последнего микрона отправляется в клетку тюрьму. Да. Ты знаешь, у него как голограмма. Вот эта грязь и то, что он рукой берет ее и ест. Это как картинка. То есть это как не он. Сама тонкая копия за ним, она вся дрожит. Хорошо, Андрей, не беспокойтесь. Мы приветствуем Андрея, интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Он боится его, да, он говорит, избавьте меня от него. От кого? Клетку показывает. А. Демон там будет. Хорошо. И я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Андрея под ногами. Это заложником. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Андрея, находит все. Это демон, он над ним смеется, и у него веревка, которой он связал его ноги, красная, перетянул несколько узлов. В районе щиколоток и тянет за ней, смеется вот над ним. Влад, разрежь эти веревки лазером. Отправляется в клетку тюрьму. 23 герца. Хорошо. Посмотри. Он сматывает эти веревки сейчас. Дальше инфектоид. Аспрут на голове. И дракон. Имеется синий. Считай цифру дракона. Снимаются все маски и голограммы сущности. Предстоит согласно своему эфирному коду ДНК. 21-18. Хорошо. Итак, синий дракон, сколько ты находился в этом биополе? 3 года. 3 года. Что ты установил в биополе человека? Платон установил. Смотрю через нее в синем теле. 3-й глаз. А что ты ему показываешь через этот 3-й глаз? Ты же не только смотришь, ты и транслируешь. Сейчас уже трудно что-то транслировать. Почему? Объясни. Голова у него забита. Понятно. Затуманена. Затуманена. Благодарю за этот ответ. Спрут, как долго ты находишься в этом биополе? Подожди, он говорит, а раньше разные сны показывал. Космические? Да, разные, приятные ему сны. Скажи, 3 года ты сидишь. Когда этот процесс начался, о котором ты говоришь, что там бесполезно, каша в голове из этих 3 лет? Это год или 2? Сколько это длилось, последняя эта стадия, когда ты еще показывал фильмы? Последних 7 месяцев трудно стало пробиться. Понятно. Хорошо. Интересная информация. Спрут, как долго ты находишься в этом биополе? 13 лет. Инсектоид, как долго ты находишься в этом биополе? 11. 11 лет. Какие долгожители. Демонка, сколько ты находишься в биополе? Год. До меня был бес. Выгнал его. Понятно. Бес начал с алкоголем, а ты взял его под свое крыло, так сказать. Бес не умеет ничего делать. Да, видели уже некоторых, которые умеют. Жестче надо. Хорошо, объясни мне за эту грязь. Чего она по пояс стояла в грязи? Что это означает? По колено, не по пояс. По колено, хорошо. По колено затянул я его. За веревки тяну вниз. Какая цель?
с головой затянуть? Или до горла, или как? Поймать в ловушку. Ну, ты уже поймал. Когда уже не выйдет. Ты уже стоит, он уже стоит по колено. Сколько тебе надо для того, чтобы затянуть его к себе? Да, от него зависит. Пока наливаю, разговариваю. Это ты показываю, снимаешь? Как это вкусно. Да, большими стаканами наливаю. Место есть. Я смотрю, 23 Гц просто не приходит так к человеку, где сомнения есть. 23-герцовый вот демон. Вот вес и не мог с ним. Понятно. До конца справиться. Как раз, демон, у тебя есть с ним контракт? Он же успел подписать его как-то? Или у вас устная договоренность? Все это ты знаешь про контракт. Демон, я же все достану. Ты вообще понимаешь, где ты находишься? Вот так, по большому счету. Да, понимаю, что? Понимаю. Хорошо. Значит, давай тогда отвечать на вопросы, кооперировать друг с другом. И мы быстро закончим тогда это все. Я буду доставать все контракты. Я буду контракт все... не подписан пока. Но чем больше грязь поднимется, там уже не будет у него шанса выкрутиться. Сколько бы ты по времени дал при текущем течении обстоятельств? Сколько ему времени понадобилось, чтобы его полностью поглотила эта воронка? Пока слушается меня, все хорошо идет. 2 года максимум. Два года, понятно. Чувствуется, что ты специалист именно по алкоголю. Хорошо. А если никто вмешиваться не будет, и за год затяну. А что там такое? Такое безволие? Или что там? Или, ну, я понимаю, 23 Гц трудно противостоять человеку. Зависимость. Зависимость. А убегает он. Не убегает. Понял? Убегает от кого? От реальности? От себя. Все и понятно. От реальности. Понятно. Не это совпадает его реальность с той, в которой он живет. И причина у него убежать. А тут, как тут, я наливаю и наливаю. Вот так и было в описании, что он вроде нормальный человек, когда не пьет. И тут внезапно его перемыкает. Я полагаю, это твоя работа была. Твои веревочки, которые мы разрезали сейчас, за них ты дергал. И у него сразу рука тянулась к большим стаканам. Большие стаканы наливаю. Понятно, хорошо. Давайте приступим. Сушняк, чтобы удовлетворить. А, вот как. А дальше все по новой. Сушняк, капельку вкусно, налил. Вкусно, вкусно. Убегает реальность. Ты там не нужен. Ты должен здесь, мне. Он хорошо тебя слушает, я смотрю, да? Недолго боролся. Сомневался. Скажи, какие тебе черты в нем больше всего нравятся на твоих частотах, чтобы уже разобраться с этим? Погонять может в пьяном бреду. Он там бросался на людей в пьяном бреду. Вот это... я и говорю, погонять свою семейку может в пьяном бреду. И тебе стоит только дернуть смешно за пару. Да, это... Понятно. Я могу даже себе представить. Хорошо, давайте переходим к чистке. Я даю команду тонкой копии. Сейчас я обращаюсь к Андрею. Андрей, вы слышите это все? Он слышит, он просит избавить руки в молитве сложил. Он замученный этим демоном. Андрей, вам придется, если мы сейчас работу начнем, в конце вы должны будете не только оставаться чистым, но и противостоять подходам демона. Даже если я его отправлю на его чистоту, он никогда так просто не сдастся. Он будет вам ставить ситуации в жизни, когда вам будут чуть ли не насильно предлагать этот алкоголь. Если а вы... он не сможет. Ему реальность поменять надо. Реальность, в которой он живет, ему не нравится. Всегда захочет убежать. Хорошо, Андрей. Демон утверждает сейчас, что вы не справитесь с этой зависимостью. И вы постоянно будете убегать от себя в алкоголь. Гармонии как... нет внутри, пустота. Пока не найдет, всегда будет искать способ сбежать от себя. Ну вот демон сейчас обличитель практически его пороков. Мне вообще нечего ему сказать по этому поводу, он на свою чистоту зашел. Мне интересно, что Андрей собирается делать. Мы-то это все вытащим. Хватит ли у вас сил, Андрей, и воли работать над собой? Потому что...
Это не рука болит или не нога я болит. Я пересмотрю свою реальность, буду стараться, но его я не хочу больше близко. Хорошо, просто посмотрите на него, чтобы его запомнить на всю жизнь. Хорошо, переходим к реверсу энергии. И я даю команду тонкой копии получить от них, возвращается к ним. В голограмме возвращается перегар такой. И вообще вот это тут алкогольное какое-то, как оболочка. Аж целая оболочка. Да, он себе создал оболочку, как целое тело алкогольное вокруг себя, тонкое тело еще одно. Это зависимость, так выглядит. Оболочка – это зависимость. Еще одним тонким телом. Угу. Становится поверх, и человек уже практически затянут в эту. Интересно. Какие технологии. К спруту тоже идет туман такой белый. Спрут, что ты добавлял там на голове, сидя, вот этим белым туманом? Что ты там делал 13 лет? Расскажи мне. Ну, он его этими своими щупальцами полностью обернул голову, плечи. Сверху сидит он в области темечка. Я понимаю. Как ты воздействовал? Сверху. Как ты воздействовал на его развитие? Ты затуманивал его мысли, чтобы демону было легче с ним работать или как? Он не связан с демоном, он своей энергией сосет оттуда. Понятно, хорошо. Закончился реверс. Отлично, установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Забираю. И возвращает все свое себе обратно. Что возвращается из голограммы с грязью? Много разных энергий, в том числе человеческая. Чакрам все цвета идут. И человеческую даже брал. А зачем Но тебе? Так он человеческий образ терял. Он... Свинью превращался. Поэтому вот это голова. Которая есть горячая. Грязь. Вот так выглядит мир по-настоящему. Если бы люди видели, я думаю, никто бы на такой путь не захотел стать. Хотя, я думаю, демона в нашем мире очень легкая игра. В большинстве случаев. Добродетель он у него забирал, менял на грязь, вернее, в грязи купал, как он говорит, добродетель. А что ты делал с этими энергиями? Они просто стояли в голограмме ты, или ты их унижал. Использовал? Унижал. Купал в грязи, таптывал грязь. Скажи, демон, 23 герца, я полагаю, ты уже не первого человека затянул вниз, да? Хочу заметить, это не я втаптывал грязь, добродетель, а он сам. Вот как? Но под воздействием твоего влияния, да? Я наливал. Угу. Скажи, у него была, есть вообще принципиальная возможность тебе противостоять в таком состоянии? В каком? Ну вот скажем, ты, он сидит, он нормальный. Он с семьей, он никого не бьет, и в этот момент его переклинивает, и он начинает, ему срочно хочется пить вино. В этот момент он может тебе противостоять? Когда ты начинаешь требовать, чтобы он выпил большой стакан? Тебя не допустить. Может, с этого все начинается. Но сдался, получил свою дозу. Понятно, понятно. А все трудно остальное... Трудно вам, людям, в сегодняшнем мире. Запутали вас. Вот и бежите сами от себя. Понятно. Вопрос, куда бежим? Или к кому бежим? В этом случае бегут к тебе. Сюда, ко мне. Все правильно. Я открываю дороги ко мне. С распростертыми объятиями жду. Заходите. Ты много уже людей затянул вниз? На алкоголь. Есть. Угу. Понятно. Скажи мне, чем эти души, попадая после смерти к вам, куда они попадают? Можешь в общих чертах описать их существование в нижних мирах? Потому что жизнью это трудно назвать. Но сперва на очистку попадают. Да. Это больно Пока для них? Пока попадут, они контракт подписывают. Можно уточнить, о чем контракт? На пребывание. Согласны они на пребывание внизу. А есть такие, которые с не под... С этим согласием. Да. Можно еще выбраться, но уже трудно. Это как печать. Закрывается дорога.
А есть такие, которые борются и не хотят подписывать контракт? Так это сила воли. Есть и такие, конечно. Понятно. И через какое-то время они начинают подниматься наверх тогда, да? Но эта сила воли должна быть при жизни? Или как мне это понять? Это добродетель. Она внутри как определенный стержень. Если его нет, слабеет и слабеет человек. Сам да. тянется к стакану. Реверс закончился. Отлично. Хорошая информация. Демон, скажи мне, там лярвы есть в биополе у Андрея? Должны быть за столько лет, да? Да, полно. Отдать тебе их потом, пусть когда чистка твоя очередь подойдет, вытаскивать все? Отдать. И у меня еще есть там эмоциональные фантомы. Все вот эти чувства, о которых мы говорили, я тоже его буду вытаскивать. Это все энергии, которые находятся на твоих частотах. Я тогда у тебя спрошу, захочет их забрать или нет. Там хорошо? Столько сожаления сделано. Да. Но это все твои частоты. Отдай. Отдам, придет время. Хорошо. Итак, начинаем с синего дракона. Синий дракон, выходи. Вытаскивай все свои платы, отключайся полностью, вытаскивай все свои энергии. Ничего не забывай. Возвращайся в клетку тюрьмы и докладывай о готовности к проверке. Проверка будет несколько миллионов герц, если кто-то что-то забудет или оставит. Существует вероятность того, что он сгорит в клетке. Я это никому не желаю. Просто предупреждаю. У него сердечная чакра подключена и третий глаз. Готово. Хорошо, спрут. Выходи, вытаскивай все, что ты оставил, всю свою жидкость откачивай. Ничего не оставляй, приступай. Все присоски свои снимай по всему телу. У него много всего. Он как в оболочке вообще спрута сверху. Голова, плечи. Инсектоид, сколько у тебя инкубаторов внутри? Два. Понятно. Я просто смотрю по животу человека, там как раз два и поместятся. Тебе же место надо. Ты его расширял, раздувал. Вес он набирал из-за тебя? Инзиктоид. Да, было. Ждем, пока спрут все вытащит и вернется в клетку. Да, он вернулся. Инзиктоид, выходи. Вытаскивай свой инкубатор, все крепления, все, что там есть, жидкости. Ничего не забывай. И возвращайся в клетку, тюрьму. А у них с демоном как-то... Ну, поделили? Да, один вино заливает, расширяет. Демон же сказал, есть куда заливать. Да. Растянутый желудок. Ага. А инсектоид для инкубатора расширял место. Да, такой симбиоз. Они быстро находят взаимовыгодные взаимоотношения. Надо заметить. Он бы весь инкубатор и назад бежит. Жидкость у него еще какая-то там инсектоидная. Все правильно, что по каналам. Кислота какая-то. Не ударило, да. Все забрал. Хорошо, демон, прошу тебя выйти сейчас, снять все свои подключки, все, что ты оставил в его биополе. И прямо на месте доложи мне, что ты все снял. Приступай. Нет, ничего у меня. Небольшие частицы забрал. Хорошо. Веревка и голограмма мои были. Да, это мы убрали уже. Хорошо, давай, я тебе разрешаю забрать все лярвы, которые находятся в его биополе. Ничего не оставляй. Приступай. И посмотри, Вера, где эти лярвы находятся? У него пах, спина, на пояснице. Все черное? Да, длинная черная лярва на пояснице. Ну, это приличное уже воздействие. Более 10 должно быть лет тогда. Хотя... Может и быстрее сформироваться. И у него на руках, на ладошках такой серый цвет. Вибрации вот эти, которые между ладони, они серые у него. Одна рука, которая... Демон забирает это тоже. Хорошо. Это не от того, что от наливания алкоголя, нет? Или от драка? Чего это серость демона? От этого, да. От этого, хорошо. Серые энергии держит в руках. Пока черными не стали, но вибрирует уже. Вполне за год могут стать и черными. Понятно. Хорошо, когда все снимешь, возвращайся назад. Снял все, что можно забрать. Хорошо, мы сейчас пройдем процедуру. После этого я сделаю отдельную процедуру и отдам тебе этот эмоциональный фантом. Переходим к рассинхронизации. Я даю команду. Пошла рассинхронизация. Демон говорит, что он себя ненужным считает. Не на месте находится в своем. Ну, тут как раз приходишь и ты и говоришь, ну что ж ты,
ты нужен и очень даже. Но мне, не так ли? Все-то ты знаешь. Но это моя работа такая. Ты же понимаешь, что я встречался с высокими демонами. Один был 68-й герцовый. Я вижу, по тебе есть опыт. С вами намного интереснее общаться, чем с бесами. Потому что те просто какие-то отморозки, реально. У вас какая-то логика есть, а у них какие-то... Сидел он бес, что толку? А сколько он сидел до тебя, скажи мне? Чтобы прикинуть, сколько это процесс длился. Или ты не знаешь? Не особо. Хорошо. Давался в подробности. Лет 7, наверное, был. Ну, в общем, 10 лет это вся история длится. Понятно. То есть не вчера она началась. Благодарю и за эту информацию. Как у нас рассинхронизация, Вера? Посмотри, пожалуйста. Закончилась. Хорошо, я включаю внутренний белосвет Андрея. 1, 2, 3. На счет 3, Андрей, выдавливает из себя все негативные и патогенные энергии. Ты знаешь, он выдавливает, и с него пот выходит. Ему энергии хватит или мне помочь ему? У него нет энергии от интерферентов, только вот этот пот выдавливается с него. Пот. А что это за пот? Кто мне объяснит? Остатки алкогольные. Просвертован он. Вот этот пот в шорт смотался. Большой? Как мяч из воды. Андрей, вы видите этот пот, этот шар? Он говорит, что видит, и что в нем еще будет выходить и выходить еще. Хорошо, открывается под этим шаром портал в галактическое ядро 1, 2, 3, и этот шар уходит на переработку. Закрываем, опечатываем, растворяем. Я даю команду сканеру на контрольную проверку. 1, 2, 3, пошла контрольная проверка. Чистый. Отлично, значит все. Убрали. Хорошо, синий дракон, я хочу получить от тебя слово синего дракона, что ты больше в это биополе не придешь. Даю слово. Готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте синего дракона. 1, 2, 3. Синий дракон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Хорошо, спрут. Ты понял, в это биополе тебе запрещено входить. Все понятно? Да. Готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте спрута. Спрут забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Инзиктоид. Ты все понял, да? Да, он все понял. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте инзиктоида. 1, 2, 3. Инзиктоид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. И выходит эмоциональный фантом Андрея. 1, 2, 3. Эмоциональном фантоме. Стыд, вина, все это вышло с него. Хорошо. Андрей, вы готовы расстаться с этими энергиями? Но с удовольствием расстанется. Отлично. Формирую эти энергии в шар. Спрашиваю демона, готов ли он забрать эти энергии? Готов, готов. Отправляю демону эти энергии. Как приятно. Хорошо, демон. Ты будешь присутствовать до расторжения контракта или там... Ты не присутствуешь, иначе... Нет, а там контракт. Хорошо. Пока. Значит, ты готов уходить, да? Раз больше нечего взять, готов уходить. Ну, здесь я тебе все отдал, все, что было на твоей чистоте. Единственное, что меня интересует, два слова, если ты добавишь. Я знаю, ты будешь делать подходы опять к человеку. Объясни, как это действует. Объясню. Подходы даже не нужны. Реакция у него в памяти сидит. Будет срабатывать в определенное время. Не хватать ему будет стакана. Но если он удержится? Тогда уже я буду подходы делать. А если он еще дальше удержится? Тогда он победил. Хорошо, демон, и за эту информацию тоже спасибо. Будешь уходить? Готов? Подсказку дам тебе, раз ты так добр был ко мне и отдал. Накормил меня. Хорошо, давай. Можешь команду дать и выдавить в него это. Своим намерением. Его рвет. Вот так вот. У него эмоции, он плакать начинает. Все выходит до последнего микрона. Выдавливай, Андрей, давай. Говорит, даже сам не знал, что столько дерьма внутри накопилось. Андрей, вам год оставался по
утверждением демона, он бы справился за год с вами. Не, я сказала, если бы ему не мешали. Если бы не мешали, да. Ну, у тебя времени больше, чем у человека на земле. Поэтому... Он говорит, как противно. Фу. Намотался огромный шар. Хорошо, демон, я полагаю, этот шар тебе не нужен, нет? Нет. Открывая под ним портал в галактическое ядро 1, 2, 3. И этот шар уходит на переработку в чистую первичную энергию. Благодарю тебя за эту подсказку. И я думаю, ты остался доволен от этой встречи и не ушел с пустыми руками. А дальше уже как звезды станут, как у нас говорят. Поддержал баланс. Да, все правильно. Хорошо, я ты тоже... Ты мне, так... я тебе. Так и должно быть, если мы ходим по разным сторонам улицы и пересекаемся, надо находить какие-то решения. Я считаю, что это решение было найдено в этом отношении правильно. Ты готов уходить? Да. Хорошо. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. 1, 2, 3. Демон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатывая, растворяя. С того огненная пентаграмма. Готов. Если бы никто не мешал, год. Поехали дальше. По частотам. Андрей, как вы себя чувствуете? Пока все нормально? Легче? Отвращение у меня к алкоголю, тому, что я делал. Отвращение? Отвращение вышло из меня все. Отлично. Желание вышло. Вот и хорошо. Поехали дальше. Переходим на по частотам. Пошли. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Да, есть. Как вы себя чувствуете, Андрей? Прекрасно чувствую, полностью трансформировался. Понял, что я больше, чем о себе представлял. Приземлился я сильно, а душа летать хочет. Как вы будете дальше поступать, когда у вас возникнет желание пить алкоголь? Не могу сейчас ничего сказать. Хорошо, давайте я вам дам установку. Помочь вам? Дать вам установку? Да, мне не помешает любая помощь. Хорошо. И я даю команду на счет три. Программа действует. Программа активирована. Хорошо, в моих руках появляется бокал вина. 1, 2, 3. Я подхожу к Андрею. У него эта установка встала как защита вокруг него, такой сеткой золотой. И вот этот бокал вина, он не может пройти, он как током бьет сразу. Замечательно. Убираю этот бокал вина, уходит на переработку в чистую первичную энергию, закрываю портал. Хорошо. Он говорит, что моя тонкая копия все осознает. Посмотрим, как в физическом теле я смогу справиться. Когда будут проблемы, вспоминайте 23-герцового демона, я вам скажу серьезно, это не шутки. Это очень высокий уровень, такие затягивают, такие устраивают дебоши, такие могут и что угодно сделать. Поэтому примите серьезно, это как последний звоночек такой. Я вам иногда так напивался, что все равно становилось на свою жизнь, пусть затянет. Такие мысли приходили. Вы видите, куда оно затянуло вас? Мы вас практически вытянули из... Сейчас вы по колено уже стояли в грязи. Демон я сказал... Я все видел. Хорошо. Примите это все к сведению. Работайте над собой, над своей осознанностью. Заправляйтесь энергиями, как мы показали в этом сеансе. Они вам будут необходимы. Поднимайте все вибрации. И обязательно читайте манифест, как мы вам показали в этом сеансе. Администратор Ольга перешлет вам этот манифест. Хорошо. Будем возвращать вас назад, Андрей, чтобы все эти энергии теперь перешли на физический план. Теперь у вас ничего нет чужеродного, чтобы вам мешало нормально жить. Возьмите эту возможность, примите ее как шанс, последний, возможно, и начните новую жизнь на радость и себе, и другим. На этом месте мы закончили. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Андрея в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Трудно ему физическое тело синхронизироваться. Физическое тело забито все вот этим потом, который из него выходил.
Я даю команду на счет 3. Весь пот из биоробота на счет 3 выдавливается и выходит, формируется в шар. Да, будет так, а так и есть. Вся эта проспиртованная масса выходит. Но она выдавилась, большой шар, но информация идет, что еще несколько дней с него выходить будет. Понятно. Открывая под этим шаром портал в галактическое ядро 1, 2, 3, шар уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Во всяком случае, он сейчас сможет войти своим тонким телом. И Андрей входит в свой биоробот, подключая его, Вера, к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Значит, с него будет выходить еще вот этот как пот алкогольный с физического тела. И ему надо, вот как ты сейчас сделал, точно так же сбрасывать его, чтобы он у него вокруг не собирался. Андрей должен выдавливать своим внутренним белым светом по команде, как я здесь показал, этот пот. Хотя бы раз в день. Этот шар представляет, как он сформировался с закрытыми глазами, даже если он его не видит. Представляет, как он открывает воронку внизу, и этот шар уходит в воронку в галактическое ядро. Потом эту воронку надо закрыть. Шар будет меньше и меньше каждый день. В течение 10 дней должен вытаскивать из себя все накопившееся и сбрасывать. Хорошо, Андрей, только ни в коем случае не сделайте осечку и не возвращайтесь на этот путь. Тогда мы уже будем бессильны. Хорошо, Верочка, мы закончили здесь? Да. Отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Я на месте.